Третья смена в детском лагере «Ласточкино гнездо» проходит по девизам «Кинолето». Поэтому отряды этой киностудии и название связаны с любимыми фильмами. Наш девиз! Черный бумер, черный бумер, он всегда идет вперед. Черный бумер, черный бумер, нас никто не обойдет. Лагерь славится своим спортивным уклоном. Так в этой смене сформировано два спортотряда. Спортивные отряды заезжают ежегодно. Ну, как правило, это спортсмены греко-римской борьбы и лыжные. Всего же в этой смене отдыхает 80 детей. Руководители постарались создать все условия для того, чтобы им не пришлось скучать. Потому как программа у нас достаточно интересная, веселая, очень много развлечений, очень много дополнительных мероприятий. Работают кружки, секции, спортивные секции. У нас обязательно работает инструктор по плаванию, инструктор по физической культуре, которые очень много занимаются с детьми спортом, волейболом, баскетболом, с футболом. Ходим на спортивное поле, очень много плаваем в бассейне. У нас, когда жаркое время, мы плаваем и утром, и во вторую половину дня. Каждый родитель хочет посмотреть, как отдыхает его ребенок. В этот день для своих мам, пап, бабушек и дедушек дети устроили праздничный концерт под сопровождением своих вожатых. По словам родителей, беспокойства за ребенка нет. Они со спокойной душой отправляют на отдых своих детей. Некоторые даже сами хотели бы вернуться в свою молодость. Мне очень нравится этот лагерь. Второй год отправляю ребенка в этот лагерь. Довольна. Ребенок вообще в таких положительных впечатлениях. Нравится ему вообще сама атмосфера этого лагеря, где находится. То, что вокруг лес и вообще очень красиво. Здесь такая природа замечательная. Впечатление очень положительное, очень нравится. С удовольствием, если была бы в детстве, наверное, сама бы сюда приехала. У меня просто впечатление есть со своим детством, как бы здесь более, как бы, наверное, чистый, свежий воздух и более интересно. Мне нравится то, что здесь и руководство лагеря, и само то, что вот вожатые, говорит, находят очень много занимательных таких занятий для детей. То есть они развиваются, они тем более в таком находятся, как бы, у них отряд, то, что они спортсмены, то есть всегда найдется интересное занятие для них. Впечатление только положительное. Сын у меня есть уже третий сезон сюда в спорт. Лагерь, вот они тут, своя группа у них тут, вот они занимаются здесь. Впечатление только положительное, то, что ребенок чем-то занят. Здесь меня сразу привлекла природа. Здесь все очень красиво, так свежий воздух другой, не как в городе. На сегодняшний день оздоровительный лагерь «Ласточкино гнездо» без преувеличения входит в число лучших детских лагерей Юго-Башкирии. Здесь ежегодно ведутся работы по обновлению и улучшению технической базы. Обеспеченность лагеря в этом году очень высокая. Была произведена большая работа по ремонту лагеря. Были проведены ремонтные работы по замене полов. Очень много нового появилось на кухне оборудования. То есть закуплен жарочный шкаф, закуплены новые котлы, ванны и раковины, поставлены новые два туалета. Если раньше туалеты были уличного типа, то сейчас у нас практически можно их назвать биотуалетами. Там присутствует все необходимое для того, чтобы дети себя чувствовали достаточно комфортно. Летние каникулы 2016 года наверняка запомнятся юным жителям республики как прекрасное беззаботное время. Даже лучше, чем это бывает в кино.